Может быть, родные стены помогали, может быть, поэтому, не знаю. Но мне приносит удовольствие играть за сборную. Баскетбольный бог считал, что сегодня нужно сыграть овертайм, и поэтому мы играли овертайм. Первое, это очень интересная игра за болельщиков, да. А, к сожалению, да, мы у концовки сделали несколько такой круциальных ошибок. Дошли до овертайма, после тайм-аута сыграли то, что мы хотели. К сожалению, после последних тайм-аута мы не довели до этого конца атаки, что договорились, и сразу иди наказание. Не видел ничего страшного. Несколько, я могу сказать несколько, 6-7 открытых бросков, 1-0 трехочковых. Мы промазали. Это баскетбол, и ничего страшного. Это просто понятие, где и на каким деталям еще и надо работать. Будем делать выводы и также продолжать работать. Увидимся летом и с еще большим азартом и желанием будем работать, чтобы на кубке, на играх дружбы и в следующих играх побеждать.